Владимир Путин встретился сегодня с гендиректором автономной некоммерческой организации «Россия. Страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Президент высоко оценил ее работу. На встрече обсуждали работу по подготовке кадров и улучшению их компетенций. Алексей Геннадьевич, организация создавалась в 18 году, да? Да, 3 года прошло. Да. Для повышения социальной мобильности людей, для того, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей. И за это время немало сделано. Системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. В 2017 году вы приняли решение о запуске конкурса «Лидеры России». В том же году запустили программу подготовки кадрового резерва в Высшей школе государственного управления РАНХИКС. Эту программу СМИ прозвали такой «школу губернаторов». Соцопросы показывают, что 64% жителей нашей страны считают, что в России у молодых людей есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. А те, кто у нас в проектах участвовал, на этот вопрос отвечают положительно 93%. И 83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию. 65% отметили, что участие в конкурсах помогло понять призвание. Там много цифр. 97% сказали, что пользу от проектов. 78% стали более уверенными в себе, а половина даже более счастливыми. При этом это не мы считаем, это в целом независимые опросы. Вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе. Более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствовали. 26 тысяч, больше 26 тысяч – это победители и призеры. Самыми юными вы совсем недавно встречались, 14 июля, ребята в Артеке были финалисты, победители нашего массового. Поедут на Дальний Восток? Да, и у них будет путешествие от Москвы до Владивостока на поезде, невероятно. И, ну, вы сами видели, какие ребята замечательные, яркие, талантливые, прекрасные. У нас в этом конкурсе за 2 года более 3,5 миллионов человек приняли участие. Вот эти школьники, которые действительно, для них это очень, очень важно. Для тех, кто постарше, есть тот проект, о котором я уже сказал, наш флагманский «Лидеры России». В нем принимают участие уже те, кто опыт определенный управленческий имеет. И они очень востребованы, победители этого конкурса востребованы. У нас за время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Вот среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больниц и другие. Что вам больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые вы проводите? Ну, это, конечно, для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что я занимаюсь вот теми проектами, каждый из которых действительно нравится. И где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто какие-то волшебные. Я считаю, что у нас просто великолепное будущее, потому что умные, талантливые, способные.